Тише едешь, дальше будешь. Поставь лайк за 3 секунды, чтобы выжить в игре в кальмара. Ставь лайк, если ты про, а с тобой Найсик, бро. Майнкрафт Java Edition, что? 1.16.5? Модифицировано. Кстати, у меня просто Optifine стоит. Ну ладно, в любом случае, пофиг. Короче, сегодня такой сид будет странненький. И называется он Squid Game. Или же... Игра в кальмара, которую я сейчас создаю. Название мира — Игра в кальмара, тогда просто так и назовем. Выживание. Не, режим игры выживания, да, сложность нормальная. Сколько здесь кнопок, боже. Игровые правила. Не надо, настройки, а, во. Нашел наконец-то. Squid Во, game. Правильно? Правильно. Генерация мира, строение, ничего не надо, спасибо, просто можно мне создать мир. Кстати, что я могу сказать вообще по поводу этого сида? Squid Game, если не знаешь, это сериал такой от Netflix, и, в общем-то, там, ну, если ты вдруг не знаешь, хотя это супер хайп сейчас, вообще все знают об этом сериале. В этом сериале показываются, как VIP-мажоры наслаждаются смертью людей, вот этих бедняков, игроков, которые ради, там, сколько-то миллиардов рублей, 27 вроде или сколько, я не помню, честно говоря, 450 человек сражаются, то есть проходят испытания на смерть, там, обвести правильно печенье, пройти от куклы, короче, ну, кукла поет, и ты должен пройти, ну, ладно, ты это все знаешь, давай создавать мир, если что, еще что-нибудь расскажу, если что-то придет в голову, короче, создается, и что-то у нас генерируется, уже 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 и 100%. Так, что у нас тут есть? Ты что, издеваешься? Ты меня испугала, блин. Здорово. Какой у меня скин крутой. У тебя костюм круче, кстати. Да, я его сама сшила. Офигеть. А у меня такой нубский. Но, кстати, я 112-й, а ты какая? А у тебя не написаны цифры, кстати. Странно. Да. Кстати, здесь есть кнопка старт и стоп. Тогда знаешь что? Иди вот сюда. Я так понимаю, это кукла здесь будет. И нам надо дойти до конца. Кстати, никого нет. Только мы вдвоем. Так, старт нажимаю. Ну, что-то нет. Че? Ну, сейчас будет. Старт. Появилось. Идем. О, черт. Стой. Офигеть! За что? Я же остановился! О, кстати, меня здесь оживило. Чего? Походу, ты не остановился. А, поворачивать голову тоже нельзя, я понял. А, ну да! Ты... Я понял. Ну ты баран, я чуть из-за тебя не остановилась. Как страшно. О, боже! Почему она меня взрывает? Найсик вообще дохнет, как мы... Это издевка как какая-то. Я вообще стою на месте, я даже мышкой. Я не понимаю, почему так. Ну конечно, ты пройдешь. Ты что-то забагал, наверное. Не страшно. Все равно, она меня взрывает вообще без шансов. Тогда я бегу быстрее. Я не успеваю. Она все равно меня взорвала. Может, нельзя ходить сейчас? Так. Теперь отвернулась. Все равно! Я отменяю эту игру. А ты прошла и все? Да, я прошла. Стой, давай-ка я тоже попробую сейчас. Стоп и старт. Что за бред? Блин, она меня задолбала. Так, стоп, быстрее. Ой. Фласочка забагала все. Две куклы. Что? Вот сейчас ноль кукол? Да. О. Все, а теперь я попытаюсь это пройти, хорошо? Давай. Так, смотри, я сейчас нажимаю старт. Оп! И иду сразу же. Останавливаюсь. Что? Она все равно тебя убивает. Я не согласен с этой фигней. Все, короче. Может, я старт начну? Ну, я не знаю. Короче, ладно, забей, давай не будем это больше. Может, знаешь что? Может, на стандартный наш 1.12.2 сид? Просто это какой-то вообще бред.
Давай. Я не хочу больше на 1.16.5 играть. Тебе зачарованное яблоко дали? А я съела. Ах ты гадина. Да. Ладно, ливаем тогда. Ну, в общем-то, вот я и в Майнкрафте 1.12.2, как видишь. Майнкрафт 1.12.2. И, в общем-то, вот она, эта карта с игрой кальмара. Заходить я туда не буду, смысла нет. Тем более, меня не пустят, потому что я сейчас на версии 1.12.2. У меня здесь всякие маньяки-детективы, хайд-н-сики, но это не важно. Главное то, что я сейчас создам новый мир и назову его... Как? А как я прошлое назвал? Игра в кальмара. Ну, напишем так же, почему бы и нет. Просто игра в кальмара. Улыбочка. И здесь мы пишем Squid... Не, Squid Game. Правильно написал? Ну да, это такой щит. Теперь, включение что? Блин, это все понятно, что не надо. Короче, сразу запускаю, пофиг. Че я томлю, если я уже говорил про это все, только в версии 1.16.5. Ну чё, появились. А это что такое? И снова ты... Ты задолбал, ты меня преследуешь, походу. Опять фласочка с Найсиком. Чёрт. Я с тобой навсегда. Сумасшедший маньяк. До смерти. Я псих. Слушай. Найсик, не бойся. Тебя не смущает вот это? Меня просто как-то немножечко засмущало. Я вообще не понял. Да, кстати, синяя стена. Что это? What the fuck, конечно. Но, кстати, очень сильно напоминает, ты сама знаешь что. Да я даже тебе объяснять не буду. Да. Я как узнала, что ты собираешься играть в игру кальмаров, я сразу тут же подключилась. Давай дерево лучше. Так, сначала я поставлю верстак, и мы сразу же можем скрафтить уже кое-какие инструменты. Сейчас я тебе дам кирку, и ты сразу пойдешь мне добывать камень. Поняла меня, блин? Вот. Ладно. А то я не хочу. Кстати, а чё полдня уже прошло? Мы только зашли. Чё? Офигеть. Походу, здесь старт начинается, как бывает на седах, не с самого утра, а как-то чуть позже. Кстати, смотри, иди сюда. Ты где? Я тебя потерял. Я в шахте. А, ты уже добываешь. Молодец. Просто молодец, работник Работаю. Месяца. Реально. Спасибо. А где моя премия? Ну, давай я тогда оплачу тебе едой. Если ты мне принесешь камень, то я скоро же сразу же еду. А сколько тебе камней? 10. Желательно 10. А еще желательнее 20. Тогда вообще будет идеально. А я пока что тогда кулачками овечек забью, чтобы сэкономить время чуть-чуть. Вот так вот. Нам надо, короче, знаешь что, выяснить, что это за коробка. Для чего она вообще нужна. Вот. Это все, что нам нужно. Оп, все это было. Молодец. Так, знаешь, а я пока что... Чё? 5 камней. Ты издеваешься? На, подави своими камнями. Это за то, что я тебя работником назвал? А! 20! Найсика затроллила. А я подумал, ты уже меня решила... Как лохушку. Унизить, приложить просто. Ну ладно, тогда все. Крафтим кирку тогда каменную. И еще знаешь, что принеси? Ты хотел меня унизить, а я унизила тебя. Неси уголь, чтобы я тебе жрачку принес. Вот, держи. Офигел, опять уголь нести. Стой, вот. Уголь вообще-то надо принести только сейчас. Сказал бы сразу, я бы тебе уже накопал. Так я хочу, чтобы ты каменной киркой добывал, я тебе забочусь. А тебе железо нужно? Нет. Нет. Ладно. Ты что спускаешься туда, здесь есть уголь? А, вот он, даже наверх. А, ладно, добывай. Все, я понял, ты нашла уже. Ну ты тогда... Дундук? Нет. Ну, я не дундук. Ты офигела? Скоро ночь. Ты знаешь, что это очень плохо. А что ты не говорила, то, что ты дундук? Я спросила. Я уже разрубаю мечом овечек просто тонны. У меня уже знаешь сколько еды? Угадай. Не знаю. Если я сказал тонны, значит предположи сколько. 10? Ну, в два раза больше. Не угадал. 20? Да. Ну понятно, что в два раза больше 20. Ну. Даже могла не отвечать. Тонна. Что? Тонна? А, ты типа так помыслила, а я что-то не задумывался. Я не вкладывал никакого в это смысл, никакого. Я добыла угля. Молодец, тащи сюда. Нам надо жрать. В печку клади. В печку, в печку, в печку, в печку. О, кстати, хочешь, я тебе в башку прям выстрелю? Нет, я не хочу умирать. Я яйцом выстрелил, не переживай. Так, все, мы добыли 25 мяса. Офигеть. Уговорил. Что же все-таки там происходит, мне интересно. Так, хочу туда. Нам надо подняться вот к той железяке. Знаешь что? Мне просто... Зачем? Мне кажется, что железяка это... Не просто так. Может там Не, подожди, кукла, она же на песке должна стоять. И у нее... Да. У стены должно быть тоже синее. А здесь...
Ну ты заметила, здесь чуть-чуть кусок железа, а вон там вот все продолговато синее. Да. А, может, надо туда, в конец? Ты уверена? Может, лучше... Ну там же ничего нет. Там лучше нету железа. С этой стороны разрубать. Сначала, да? Да. Вот ну тут. Вот, железо. Давай сначала железо. Ты сказал, тебе не нужно железо! Нет, я имею в виду не то железо, а вот то железо. Железные блоки. Ты меня не поняла, что ли? Я имею в виду там начало, возможно. Ладно, тебе ладно. Не кажется? Ну просто, как будто, знаешь, это комната сама, вот эта вот с куклой. А вот эта часть, это какое-то начало. Не, я фигню несу, как думаешь? Твоя мысль. Не знаю. Нет никаких. Мне кажется, начало, где небо. Где конец, короче. Голубое, да. А мне кажется, что начало... Блин, ладно. Короче, у нас спор такой вот, теория. Ну просто реально, я вот из-за железа как раз подумал. Ну странно же, не? Ты не замечаешь? Ну, немножко. Как будто... Ну в конце же у куклы не должно быть железа, ну. Поэтому я так и думаю. Что, я фигню несу, по-твоему? Мне кажется, там железо. Ты издеваешься. Ну, железо в начале, давай поднимемся, а? Как ну идея? Ладно, давай, как ты скажешь, сделаем. Спасибо. Спасибо, что меня выслушал. О! Иди сюда! Что такое? Слушайся. Что такое? Стенки. Слышишь? А, да. Что это? О, господи. Есть предположение? А, может, это кукла? Кукла? Она петь не должна. Сейчас посмотрим. О, боже мой. Спускаемся? Это же участники. Черт, это реально участники. Сколько их? А знаешь, сколько в оригинале должно быть в сериале? О. 400 штук вроде как. Да? 400? Ну, вроде 400 я читал. А, кстати, мы забыли уголь. Черт. Капец. Как же мы без факелов? О, черт. Ладно, я сейчас быстренько выберусь, хорошо? Так, смотри. А, дайте мне пройти, пожалуйста. Нам с Фласочкой надо отсюда выйти. Они подниматься даже не умеют, они настолько все примитивные, разумы. Боты. Это походу боты. Реально боты, как помнишь, мы играли один раз? С ботами. Да, да, да. Они такие глупые были все. Прям ага. Непродуманные совсем. Но на самом деле это круто. Так, прыжок. Знаешь Вормикс? Прыжок. Да, знаю. Знаешь звук прыжок? Да. Ой, воду! По-моему, это черви говорил, да? Это, ну, нет, это в Вормиксе вообще, там уже были зверьки такие, нет? Нет, там еще червь был. Я не знаю, я честно говорю. Там червь был еще. Там животное и еще червь, да. Ну, понял. По-моему, он говорил прыжок. А, нет, все, по-моему, говорили. Там все говорили, там у всех одинаковые фразы. Да. Прыжок. Мне так нравится фраза. Зомби на меня идет. Все, я поднимаюсь. Быстро. У тебя там темно, давай, да? Быстрее, тебе не страшно там от темноты? Да не особо. А, с таким количеством, конечно же, людей не так все страшно. Даже боты они успокаивают, согласны? Как будто ты не одинок. Да. Ну чё? Кстати, здесь открыть можно. Так. Давай, открывай. Я открыл. Они выходить будут, интересно? Вот сейчас откроем. Выходите, ребята. Они пока не выходят совсем. Так. Ой, извините, жители. Блин. Смотри. Я ломаю, короче, здесь проход. У нас же кирка ну, есть. Пойдем. Смотри, идея. О, пошли. О! Они идут. Флашечка, не иди. Вообще не иди туда. Не стоит. Ладно. Сирена поет часто. О, кстати, на мясо. Кушай. Их расстреливают! Вон их застрелили только что! Я не знаю. Ой-ой-ой-ой! Их убивают всех вообще без шансов! Черт! Слушай, Фласочка, мне это все очень не нравится. Они даже. Они вообще не играют, они просто расстреливают! Это какая-то жесть! Это нечестно. Да. Что за игра такая? Да, они даже когда говорят, они просто если подойдут туда, то их всех убивают. И чем больше... Я же их на верную смерть сам отправил. Я жестокий. Ну, кстати... Черт, а может просто свалим отсюда? Давай попробуем подойти, если меня, короче, будут стрелять. Не-не-не-не, ну нафиг, короче, я передумал.
Нет, там стреляют, да? А? Стреляют. Ну, походу. Они всех нас ненавидят. Кстати, у тебя костюм похож на них. А у моей не очень похож. Но при том, все равно я тоже не очень такой хороший. Я тоже как бы участник. Черт. Ну и бред. Да, может, свалим отсюда реально просто? Давай. Все, нет, уходим. Какая-то непонятная. Просто выживать пойдем. Мы же можем отсюда выбраться. Мы не искусственный интеллект в любом случае. Так, ой, я что-то выбраться не могу. Я под тебя поставил шерсть. И до свидания. Ой. А, здесь надо, короче, назад отойти и прыжок сделать. Ой, чуть не получается. Почему? Ну, сложно. Да. Фигню какую-то построил. Ну вот, вот отсюда вот, смотри, забираешься вот сюда. И прыжок. Поняла? Вот оттуда. Вот там. Поняла? Вот. Так, дальше, короче, надо вот сюда. И вот туда. А, все. И прыжок. Изи, изи паркур. Просто изи for real. Я, кстати, прошел уже давно это все. Ну что ж ты, Фласочка? Выбирайся отсюда. Сидни нормальный совсем. О! Снова. Кстати, здесь ни одного жителя. Два чела осталось. Ужас. Что за ужасы? Ой, я сам упал. Ладно, короче, просто лесенку построю и все. И пофиг на все. Да. Оп. Ой. О! Это фигня, какая-то страдаем. Тихо. Да, в натуре. Уже пора выбираться, а мы все прыгаем. Уф. Ну, короче, я думаю, просто можно свалить отсюда. Их там слишком много, чересчур. Боже. Точнее, не их. Ой, ну солдат много, которые стреляют. Фасочка, ты что там застряла? Ладно, я прыгаю. Опа! Все, я наружу. О, черт, там еще скелеты в броне. Что здесь происходит? Я вообще не понимаю. Знаешь, что я предлагаю? Всё, я выбралась. Что? Молодец. Прыгай в воду и давай дом строить. Мини-домик просто, чтобы он у нас был. А то скелеты нас здесь все изобьют. Здесь какие-то скелеты давай. В броне. Давай строй уже. О, мне броня выпала. Шлет спецназа. Откуда он тут? Офигеть. Ну, походу, спецназа завалил на себя, надел. Да, в натуре. Короче, ладно, знаешь, что предлагаю? Сейчас дом, да, строить, как я и сказал. Ага, да. Потихонечку строим, и потом там живем. И, короче, мне интересно, вообще, это типа все, что будет здесь или нет? Просто давай хотя бы одну ночь проживем. Давай, давай. Давай, зомбак, вали отсюда. Извини уж нас. А, это оттуда звук. Я уже подумал, около нас ходят, но нет, все в порядке. Да. А, так, а что мне собирать? А я, ну, предлагаю тебе собирать дерево просто. А, у тебя топора нет. На, держи топор. Я, в принципе, уже много дерева добыл, ты пока что еще поддобывай. И, короче, это самое. А, как добудешь? О, боже, ко мне зомби пристали. Задолбали. А, паук сраный. Ну, не переживай, все нормально, все в порядке. Так. Один сейчас крипер такой. Уф. Да, крипер, это вообще жуть. Так, смотри, значит, хавчика у нас полно. Все, я переконтролю. Краснее любого скримера. Ха-ха, в натуре. Короче, я строю дом. Все, быстро. Ой, а где? Давай пристройку просто к этой штуке сделаем, и все. Идеально. А, да, да. Воспользуемся идеально. Стенкой. Так. И еще домик такой будет убогий. Но всем пофиг. Естественно. Ой. Так, быстрее, быстрее. Главное, что есть где переночевать. Главное, что крыша есть. Ой, да, крыша над головой. Меня бьют. У меня лоу хп. Так, застраиваем. Застраиваем потихонечку. Меня убили. Серьезно, а ты жива? Да, меня возродилось. Уф, хорошо. Так, короче, входа сюда нет, поэтому как-то перепрыгивай. О, боже, меня опять. Давай сюда. Давай. Ой, ты лестницу им построила. Так, все, я закрыл. Давай. Боже, Фласочка. Ты че умираешь? Черт, страшно. Еще и снова кукла чертового. Капец. Уф, выжили. Так, строим здесь, короче, вот такую закрытую хату. Вот это схватка была. Теперь лестницу дай построю. Вот так вот. И также второй этаж. Крыша над головой должна быть. Блин, что же мы будем вообще делать? Почему она до сих пор поет вообще? Я ничего не понимаю. Так. А, просто ненормальная. И вот чокнутая. Здесь, короче, это будет наша башня, понимаешь? И мы здесь живем. Так, все, вот так идеально.
Уф, нормально. Ласточка! Что это? Что это? Я не знаю, нас настигли. Что происходит? О, чёрт. Давай посмотрим. А это чел в костюм. Нас настигли! Тихо, прячься, прячься! Тихо. Они же нас пришли убивать. За что? За то, что мы сбежали. Боже. Нам конец? Мне кажется, да. О, нет. Мы влипли. Ласточка, как думаешь, они нас не заметили? Он уже нас! Так его... Я в него выстрелил. Упал. Ой, они все... Стой, можешь топор взять и раскулачить один блок? Вот этот, нижний. Нет топора, я его потерял. Ой, ладно. Офигеть, конечно, кранты нам. Давай, ломай. Сейчас попытаемся защититься. Так, я вижу. По ноге ему сейчас стукну. Не получается. Ладно, пусть заходят. Может, вот так сделать? Ой, а я открыл. О-оу. Ой, срочно. Блин, ладно, придется сломать все-таки, как ты пускать. Давай. Ты офигела? Это я поставила. Не надо. Так. Ой. Они меня стреляют. Ой. Больно. Так, стрелой. В бошку ему прям. Ай, ай, ай. Больно. Черт его дери. Помогите. Ай. Ой-ой-ой-ой-ой! Они палятся со всех сторон! Что делать? Фласочка, он зашел! Вали его, вали! Так, тихо! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А у меня ничего нету, чтобы валить! Понял. Слушай, знаешь что? Отойди! Ой-ой-ой! Боже, мне просто надо его убить! Спаси, господи! Блин, ну так далеко! Ну ладно, я попытаюсь сейчас... О, у меня откуда-то блоки! Откуда? Я что-то не понял сейчас. Там еще какой-то главарь стоит! Так! Ой! Стоп, меня чуть не убили. Подожди-ка. Офигеть, я чуть не умер. Жесть, Ласочка. Можешь мне... Ладно, я открою сейчас. Так. Он не зашел? Все нормально. Я, короче, должен к нему подкрасться и завалить. Там не так уж и сложно. Так, смотри. Значит, ой, все понял. Так, значит, вот здесь мы блок ставим. И вот тут надо проломать. Ой, стоп, а как? Блин, как же все-таки тяжело. Ой, он меня бьет! Тихо, спокойно, мужик. Тихо, он меня сейчас... Он меня убил. Черт. Быстро. Я к тебе забежал. Так, быстрее. Он прямо здесь стоит. Он меня не трогает. Может, что такое? Подожди, а где мой меч? Так, ладно, у меня есть идея. Сейчас он пока... Ой! Он среагировал. Черт, какой же он странный. Так, ой! Нет. Здесь есть оружие. Реально? Калаш? 4 мага. Дай, пожалуйста. Я перезаряжу сейчас его, и будет feel like God. Смотри. Так, как? А, вот, перезаряжаю. Мы сможем остальных развалить, кстати, уже утро. Ой-ой. Так, я понял. Фласточка, сейчас их всех раскатываем, мы бежим отсюда навсегда. Так. Я попал в голову ему. Ой, ух ты. Как они много дамажат, это ужас. О, одного завалил. Давай, Насик, ты сможешь. Я какого-то главаря нашел, он просто стоит. Кстати, ты знал то, что есть послушные? Ой, там есть вообще иерархия, короче. Есть треугольники, они как бы с пулеметами. Есть еще квадраты, Фласочка, ты знала? Ну, вот у них на лицах. Нет. Ромб. Да. Знаешь, да? Да. И вот. Короче, исполняющие есть самые нубы, как у них круг на голове, да? Вроде с кружком. Mm-hmm. Это самые нубы. Потом треугольники, а потом уже квадраты. А квадраты это самые главари. Так, пока что все в порядке. Все, я всех завалил! Остались только трупы от них. И смотри. Иди сюда, Фласочка. Здесь квадрат. Ой! Еще один подкрался! Уф, я ему хэдшот поставил. Смотри. Что, ты всех завалил? Вот он. Это квадрат. Смотри, с него выпало... Офигеть! Ёбок. И это выпало нам в обычной игре. Офигеть! Все, мы всех развалили. Ну, короче, понятно, это щит какой-то вообще хардкорный. Я не знаю. Теперь я могу с калашом тупо в небо стрелять. Вон, в ту вот, например, эту летучую мышь. На!
фиг попадешь по ней. Но я попал. Ладно, надеюсь, тебе понравился этот видос. А, Флосочка, ты где? А, вот, вижу тебя. Ой, я вот. Подписывайся на мой канал, чтобы быть няшечкой. Ссылка в описании на Фласочку. Тоже на нее, пожалуйста, оформи подписочку. И, конечно же, не теряй!